нынешний момент полностью готовы все квартиры. У нас есть отопление в квартирах, у нас есть свет в квартирах. Ну, в нескольких квартирах не доклеены обои. Да, у нас это четвертый дом по программе из ветхого аварийного. Была там двухкомнатная квартира, значит, здесь двухкомнатная. Общая площадь не меньше, жилая площадь не меньше. В этот дом переселяется около 90 человек. Вот. А так около 200 мы уже переселили. В декабре месяце пройдут конкурсные процедуры. И как раз поставляем пятый дом из ветхого аварийного жилья. Он будет строиться район уже Кванта. Улица Новая.